Во дворе на улице Мичурина никогда еще не было так красиво, восхищаются жители. Новые детские площадки, обновленные внутриквартальные дороги, тротуары и дополнительные парковочные места. Все это сделано в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора». Владимир Ромашкин с дочерью Натальей завершение работ ждали с нетерпением. Очень хорошая площадка, интересно, долго ждали мы с ней. С дочерью она приходила, несколько раз проверяла, как. Все, я ходил, там еще не досохло. Так что вот таким вот образом. Детская площадка располагалась на возвышении. Во время дождя вода вместе с землей устремлялась прямо к подъездам. Парковочных мест не было вовсе. Автовладельцы парковались на газонах. Внутриквартальные дороги были узкими, и машины с трудом разъезжались. Инициативная группа жителей ближайших домов, заручившись поддержкой соседей, разработала проект нового двора и подала документы на реализацию. Администрация рассмотрела заявку, и началось благоустройство территории. Здесь есть площадка для детей младшего возраста. Здесь есть отдельная зона для песочницы. Здесь вы видите еще одну зону, где здесь уже детки постарше. Там есть спортивные тренажеры. Вы видите, что дети там уже занимаются. Здесь сделана специально дорожка для того, чтобы мамы могли с колясками прогуливаться вот вдоль площадки и присматривать за детьми. На достигнутом жильцы останавливаться не собираются. Инициативная группа сейчас разрабатывает проекты и собирает документацию для участия в других программах по благоустройству. В ближайшее время здесь планируют посадить виноград и большую ель между детскими площадками, чтобы всем двором отмечать новогодние праздники. Напомним, в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» в районе также преобразились дворовые территории на Осипенко-14 и Гагарина-60. Сергей Кизоркин, Никита Колосов, Василий Колдашов. События.